Первоуральске проведут масштабную промывку и дезинфекцию сетей водоснабжения. Как говорят специалисты, это займет несколько дней. Во время работ пользоваться водой рекомендуют исключительно для технических нужд. Как рассказали в Первоуральском водоканале, работы по промывке и дезинфекции планируют начать в пятницу 16 августа в полночь, а завершить к воскресенью. Во время проведения мероприятий используют повышенную дозу хлора. В связи с этим горожанам рекомендуют заранее запастись водой. Набрать ее можно в автоцистернах, которые будут курсировать по районам города. График подвоза обещают опубликовать на сайте и в официальном паблике администрации Первоуральска во ВКонтакте. Там же появится информация о завершении работ и возможности пользоваться ресурсом в обычном режиме. Более подробно о мероприятиях по промывке и дезинфекции городских сетей водоснабжения расскажем в программе «Здравый смысл». Сегодня гость в студии – директор Первоуральского водоканала Павел Кожевников. В эфире сразу после выпуска новостей.